Ты гепард? Сид, ты гепард? Да? Вот такой вот у нас гепард. Сид у нас гепард, леопард. Сида. Кто там? Охотись, лови. Лови кузнечика, лови. Где кузнечик? Ну, погнали. Куда идем-то? Куда ты меня ведешь-то? Ну ладно, пошли с Сусанин, куда не шутишь. Стой, Сид. Гляньте, гриб нашли. Стой, Сид, сейчас запутаешься ведь. Обалдеть. Сид нашел гриб, да? Сид, тормози. Сида. Ты что, блин, меня по грибным местам, что ли, везти решила? Я с тобой как бы грибы не планировала искать, но, по-моему, у нас получилось с тобой гриб найти. Пошли. А мы там выйдем? Куда ты ведешь-то? Мы там выйдем, Сид? Думаешь, выйдем? Я не знаю. Сид, там не выйдем, Сид. Запутаешься. В траве запутаешься, вылезай. Сид, ко мне. Быстрей. Сид. Леопард в свою зону пошел. Куда мне его девать? Давай, Сид, давай вот сюда, Сид. Пойдем назад, назад, да, назад. Сид, назад, назад, назад. Ко мне. Сид. Блять, это не собаки. Сида. Сида? Идем. Говорю, запутаешься, нахер ты пошел там. Вот. Пойдем отнесем гриб, как думаешь? Опа, погнал. Ты аккуратнее, мне палец рванет. Погнал куда-то. Быстро гонишь, однако. Пойдем. А, ты запутался. Стой. Стоям, бахи. Лапы. Сид, лапы, давай учись. Лапы, Сид. Ну, по сути, должен сап сообразить. Собаки так соображают. Ну, ты же не собака, да, ты кошка. Надо делать предпочтение, ну, что ты кошка. Ой. А там что? Сид. Сид, я понимаю, тебе в дебри несет. Пойдем в другие дебри, в обход. Пойдем. Я не хочу по дебрям с тобой лазить. Пошли. Гриб надо отнести. Как я с грибом буду? Опа. Вот и нашел обо что поточить. Только не лазить, упадешь ведь. Веселый кот. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я отключусь, на перископ перейдем, наверное.